Компания ООО «Винодельня Иронсан» экспортирует в Россию два вида коньяка – «Бурсамдзел» и «Аланский резерв». Коньяк пятилетней выдержки всего в российский торговый дом направят 35 тысяч бутылок. Отсюда коньячные изделия перенаправят в ряд сетей магазинов. Вот сейчас мы готовим первую машину, дальше будем разливать следующие партии, следующие машины отгружать. Коньяк настаивается в бочках на дубе, выдержка и технологический цикл по советским ГОСТам. Их фасуют сразу после розлива и ставят на поддоны, и в ближайшие два дня их доставят в Российскую Федерацию. Заказ не задерживается, его отправят в срок. Каждая машина у нас уходит с большим согласованием. Благодаря, я же говорю, содействию Минэкономики стараемся. Также в этом месяце планируется поставка всех видов коньяка и вина в Казахстан. Сейчас ожидается поставка комплектующих для розлива напитков. Это пока первая пробная партия в количестве 16 тысяч бутылок. После этого будем смотреть, как отреагирует Казахстан на это. И уже надеюсь, что будем наращивать обороты и объемы отгрузки именно Казахстан и дальше также Луганск. До этого мы сделали отгрузку на Луганск, одну машину отгрузили, отреагировали они очень хорошо, приняли нашу продукцию с приятным удивлением от того, что от нашего качества, и надеюсь, что они будут делать еще заказы. Отметим, что на заводе изготавливают вина разных сортов – красное, белое, полусладкое и сухое, коньяки 3-5-7-летней выдержки. Кроме тех сортов коньяка, которые уже выпускаются, в разработке находятся еще несколько серий коньяка. Сейчас на предприятии трудятся порядка 30 человек. За час они выпускают порядка 2000 бутылок в час. В среднем за смену выпускается 12 до 15 тысяч бутылок. Как подчеркнул Алексей, в этом году они уже получат свой урожай с виноградников и будут принимать виноград от населения. Заключен договор и с арцевским фермером. Агунда Губозова, Алим БТФ, информационный выпуск сегодня.